Сегодня в полдень в Омске загорелся автобус с пассажирами. Это произошло на улице Степан-Савля в Бережном округе. Машина марки ПАЗ, которая принадлежит Омск-облавтотрансу, должна была доставить людей в поселок Оконечниково. Однако через несколько минут после выезда с автовокзала в автобусе загорелась проводка под панелью. В салоне находились около 10 человек, в том числе ребенок. Справиться с чрезвычайной ситуацией помог один из пассажиров. Клеммы отсоединили, народ вышел. Я машину остановил, огнетушитель взяли, быстро затушили. Вызвал пожарную, приехали уже. Ну, все. Просто автобусы вот уже старые у нас. Их давно пора уже менять. Как бы билеты стоят нормально, как бы уже давно заменить пора их на новые. А их никто не ремонтирует, никто не делает. Они постоянно вечно ломаются. Возгорание теми средствами, которые находились в салоне автобуса, ликвидировать не удалось. По информации пассажира, дополнительный огнетушитель искали у мимо проезжающих водителей. Наши кончились, брали еще как проезжающих. А сколько в автобусе было огнетушителей, какого размера? Два. Вот они. Не хватило? Ну, конечно, нет. В результате никто не пострадал.